Новое оформление дилерских центров, новый дизайнерский язык, новое позиционирование. Марке Infiniti давно требовалось радикальное обновление, и она его наконец получит. Фактически речь идет о полной перезагрузке премиального японского бренда, которая поручена главе Infiniti Пэймену Каргару, назначенному на этот пост 2 года назад. О том, что уже сделано и что предстоит, Каргар рассказал в интервью американскому изданию Automotive News. «У компании сейчас прочный фундамент, и мы готовы расти. Мы вырастем в этом году и будем продолжать ежегодно улучшать свои показатели». Конкретных планов по росту продаж, разумеется, Infiniti не разглашает. Но полностью обновленный бренд публике представит в начале 2023 года. Центральным событием станет премьера внедорожника Infiniti QX80, нынешнюю генерацию которого выпускают с 2010 года с бензиновым мотором V8. Преемник будет первой моделью Infiniti в свежей стилистике. Концепт-кар QX80 Monograph, который сформирует впечатление о будущем флагмане, должен появиться до конца фискального года, который по японской традиции заканчивается в марте. Серийная же машина выйдет в конце 2023 года, либо уже в 2024. Причем новый QX80 постараются обособить от других крупных автомобилей концерна — Nissan Armada и Patrol. А конкуренты известны заранее — это Cadillac Escalade, Lexus LX и Range Rover. Вообще, план преображения Infiniti включает значительные перемены во всем модельном ряду. Например, серьезно обновится кроссовер QX50. Это начало масштабной трансформации, которая включает 3 этапа. Первый начался в марте 2020 года и был призван стабилизировать финансовые показатели. Сейчас идет 2-й этап, в рамках которого компания должна радикально обновиться и выйти на новые рынки. Справиться с этими задачами планируют в течение 4 лет. 3-й этап начнется в апреле 2026 года. К тому моменту компания планирует запустить в производство линейку электромобилей и освоиться в новых для себя нишах. Кроме того, к 2030 году большую часть прибыли компании должны приносить именно модели на электротяге. Первым электрическим Infiniti станет седан, который представит публике через 3 года. Он придет на смену Q50. Сейчас это единственная 4-дверная модель марки. А позже у Infiniti появится и первый электрокроссовер.